момент и водомет, и ОМОН начали наступать. Но до этого, то есть по количеству, да, человек, казалось, их ну, не так много, да. Как нежели мы вернулись ко двору, и просто ни с того, ни с сего, что они со всех сторон. Мы подходим к дому, мы понимаем, что со всех сторон оцепление, ты не пройдешь никуда, не пробежишь. Я понимаю, что я, например, бегаю не очень быстро, и вообще, в принципе, не самый ловкий человек. Поэтому мой вариант — это скорее бежать куда-то спрятаться. И, в принципе, мы стояли очень близко к подъезду, и когда уже все побежали, мы на такой панике, естественно, забежали. Первое, куда мы забежали, это был подъезд. Да, нас было пятеро. Мы хотели, чтобы не разделяться, мало ли что. Да. То есть все-таки много людей, нам реально повезло. Да, нам повезло, что мы абсолютно случайно забежали в квартиру, люди нам помогли, при том, что в этой квартире шел ремонт, и у хозяев этой квартиры было двое маленьких детей, то есть они рисковали своей безопасностью, своим каким-то комфортом и своими детьми. Одному из детей даже не было года. Да, ради нас пятерых они нас пустили, и мы остались в этой квартире, мы думали, что мы посидим, час, два, хорошо, когда я вижу, что... У нас был довольно, кстати, хороший обзор, то есть мы не видели прям выход из подъезда, но мы видели то, что рядом, мы видели, что на самом деле оцепления очень много, мы видели, как выводят через живой коридор ОМОНовцев, выводят людей, которые стояли в сцепке, защищали мемориал, вот это было страшнее всего, потом я узнала, что они, оказывается, стояли в сцепке, посмотрела на фотографиях, что людей было... Очень мало в сравнении с тем, сколько было ОМОНа. Нам позвонили тоже. Нам звонили раз 4 или 5. Да, 4 или 5 звонили. Это люди с автоматами, да, это люди были с дубинками. Люди, которые открывали на лестничной площадке, спрашивали, есть ли у них... Здравствуйте, у вас есть посторонние люди в квартире? Ну, они говорят нет и не уходят. Спасибо людям, которые на свой страх и риск. Это реально большой риск согласиться. Причем риск не оправдан. Ну, и в принципе, то есть что мы могли сделать? Мы не бандиты, мы не какие-то там рецидивисты, которых стоит ловить, отлавливать по квартирам. Известно, что соседняя Польша активно поддерживает